Во вторник, 27 февраля, состоялось заседание Координационного совета по реализации государственной политики в сфере воспитательной работы с детьми и молодежью при Министерстве образования и науки ДНР. На мероприятии присутствовали члены совета, работники министерства всех уровней и направлений, представители Министерства информации и Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, Министерства здравоохранения. В повестке дня заседания было два вопроса. Предложение о создании и реализации совместных проектов с министерствами и ведомствами республики. Докладчиком выступил главный специалист отдела социально-информационных проектов Министерства информации ДНР Егор Чернокнижный. Одним из важнейших направлений в сфере воспитания работы с детьми и молодежью является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках данного направления Министерство информации Донецкой Народной Республики создано множество проектов, эффективная реализация которых невозможна без совместного взаимодействия и консолидации усилий, направленных на решение поставленных задач министерствами и ведомствами Донецкой Народной Республики. Я приведу несколько примеров важных, как мы считаем, для нас проектов, которые вот невозможны без участия других министерств и ведомств. Первый проект – это проект «Белые журавли». В рамках этого проекта реализовано множество мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и увековечивание памяти воинов, погибших на полях сражений. В их числе проведение флешмобов, митингов, которые прошли во всех городах и районах республики, выставка детских рисунков и творческих работ учащихся образовательных учреждений республики. Данная выставка организована при содействии Министерства образования и науки, которая на данный момент 16 февраля экспонируется в культурно-досуговом центре города Новоазовска. А лучшие работы участников данной выставки уже украшают города и районы республики. Также на заседании Совета был поднят важный вопрос внутрисемейных отношений подростков. Об этом докладывала психолог-методист Республиканской детской больницы, главный внештатный специалист по воспитательно-методической работе Министерства здравоохранения ДНР Наталья Николаева. Суть доклада сводилась к разъяснению понятия внутрисемейных отношений как основы микроклимата в семье ребенка и важности их укрепления и оздоровления. Дмитрий Зиньковский, Влад Лем, Новороссия ТВ.